Внимание! Говорит и показывает Москва. Сегодня наша страна отмечает 70-летний юбилей легендарной народной хоккейной команды «Спартак Москва». Для торжественной церемонии в полет приглашаются легенды каждого десятилетия, любимые хоккеисты миллионов болельщиков. Седьмое десятилетие «Спартака». Представитель нынешнего поколения спартаковцев, выигравших в 2014 году Кубок Харламова, вратарь «Спартака» Александр Трушков. Шестое десятилетие «Спартака». Рекордсмен по числу матчей за «Спартак» и однократный призер чемпионатов Советского Союза, наш легендарный защитник Владимир Тюриков. Пятое десятилетие «Спартака». Олимпийский чемпион и однократный призер чемпионатов Советского Союза, прекрасный в прошлом нападающий «Спартака» Игорь Болдин. Четвертое десятилетие «Спартака». Олимпийский чемпион и однократный чемпион мира и Европы, чемпион СССР в составе «Спартака», замечательный нападающий Виктор Долинов. Специально на праздники в Германии прилетел наш легендарный голкипер, рекордсмен «Спартака» по количеству матчей среди вратарей и однократный призер чемпионатов Советского Союза Виктор Дорощенко. Третье десятилетие «Спартака». Двукратный олимпийский чемпион и однократные чемпионы мира и Европы, трехкратные чемпионы страны в составе московского «Спартака», наши легенды Александр Якушев и Владимир Шандрин. Владимир Шадрин. Второе десятилетие «Спартака». Двукратный олимпийский чемпион и однократный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион страны в составе московского «Спартака», знаменитый форвард красно-белых Вячеслав Старшинов. Первое десятилетие «Спартака». Двукратный олимпийский чемпион и однократный чемпион мира и Европы, трехкратный чемпион страны в составе московского «Спартака», наш легендарный нападающий Борис Майоров. Объявляется вбрасывание.